Доброе утро, уважаемые гости. Компания Codeerline приветствует вас на нашем вебинаре. Сегодня у нас тема детские пособия в 2022 году на примере программы 1С ERP и 1С зарплаты управления персоналом. Наши контакты вы видите на экране, то есть вы можете присылать свои вопросы, какие-то, возможно, консультации, то есть весь спектр вопросов, который связан с 1С, это и установка, настройка, обновление, доработки, ну, то есть все, что связано с программами семейства 1С. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Вы видите наш сайт, то есть можно, достаточно много информации на нем размещено, и можно посмотреть. Итак, мы начинаем. Программа сегодняшней встречи, вот выведена на экран, вы видите. Мы будем смотреть слайды, на которых, в общем-то, нормативная информация для лучшего запоминания, чтобы была зрительная, так сказать, возможность, у кого зрительная память хорошая, тоже запомнить. У нас будет запись вебинара, то есть потом можно будет еще посмотреть его в записи, если кто-то не сможет сейчас посмотреть. И у меня большая к вам просьба, пожалуйста, отключите ваши мобильные телефоны, чтобы мы могли комфортно провести встречу. Итак, значит, мы поговорим про детские пособия, которые будут действовать в этом году или уже действуют, про дополнительную поддержку, которую правительство сейчас оказывает семьям с детьми. Посмотрим на примерах конфигурации зарплаты управления персоналом и ERP, как оформить и какие настройки можно сделать. Немножко поговорим про отчетность. Ну, в основном упор будет на то, за что можно попасть на штрафные санкции. Ну, естественно, настройки, которые необходимы для того, чтобы осуществить вовремя выплату и все сделать правильно, чтобы потом ФСС, например, не выставляла запросы на дополнительную информацию. Итак, какие пособия действуют на детей в этом году? Ну, если брать хронологическую последовательность для каждого конкретного налогоплательщика, то, соответственно, у нас получается сначала, естественно, у человека идет декретный отпуск, ежемесячное пособие по беременным, которое раньше было по справке о постановке на учет в ранние сроки беременности, само по себе пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, как его оформить и что нужно проверить в настройках. Ежемесячное пособие до 1,5 лет, до 3 лет, новые пособия, которые от 3 до 7 и от 8 до 17. Ну и чуть-чуть заденем материнский капитал. Итак, что у нас с пособиями? С этого года пособие начисляется и выплачивается в проактивной форме. И, соответственно, если у вас к больничному листу на декретный отпуск был дополнительный больничный лист, ну, об увеличении отпуска, например, на 156 дней или на 194 дня, то размеры пособия вы видите на экране. То есть 340-795 рублей – это обычный декретный отпуск. За 156 и за 194 дня пособие будет уже, естественно, побольше. Если же, например, был либо отсутствовал стаж, либо стаж был меньше 6 месяцев до момента декрета, то это будет пособие минимальное, которое составляет 58 878 рублей 40 копеек. Что такое пособие по постановку на учет ранние сроки беременности? То есть в прошлом году с 1 июля в обязательном порядке пособие, которое начислялось раньше всем без исключения, независимо от материального благосостояния, составляло, может быть, небольшую сумму, там порядка 560 рублей, но это было всем подряд. Теперь вместо этого пособия выплачивается ежемесячное пособие,
Оно составляет половину регионального прожиточного минимума. И это пособие выплачивается женщинам, которые стали на учет в ранние сроки до 12 недель, так же, как было и раньше. Но теперь это пособие выплачивается в зависимости от среднемесячного дохода на члена семьи. То есть если этот доход не превышает региональный прожиточный минимум, то, соответственно, 50% от этого минимума будет выплачиваться до месяца родов или прерывания беременности. Для того, чтобы получить такое пособие, необходимо подать заявление через портал госуслуги или обратиться в пенсионный фонд по месту вашего жительства. Связано это с тем, что, в общем-то, с 2022 года все больничные листы и, соответственно, выплаты пособий осуществляются в режиме прямые выплаты, то есть ФСС перечисляет напрямую сотрудникам, минуя организацию. Соответственно, обратить внимание нужно на то, что пособия перечисляются только на карту МИР, то есть, соответственно, заботиться тем, что до момента получения пособия нужно, чтобы эта карта была оформлена, если ее еще не было на тот момент. Следующее пособие, которое сохранилось, в общем-то, действовало раньше и действует сейчас, это единовременное пособие по случаю рождения ребенка. Это пособие, так же, как и раньше, выплачивается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества деток. Эта выплата единоразовая, и предоставить ее могут как маме, так и папе. Значит, соответственно, тот член семьи, на которого будет оформляться пособие, должен предоставить справку о неполучении пособия по месту работы. То есть, если мама оформляет это пособие на себя, то, значит, с места работы папы должна быть такая справка. С 1 февраля размер такой выплаты составляет 20 472 рубля 77 копеек. Ну, естественно, если у вас место жительства попадает в районы Крайнего Севера или, например, районы Урала, то там есть повышающие коэффициенты, которые это пособие будут увеличивать. Обратите внимание на сроки. Единовременное пособие по случаю рождения ребенка нужно оформить не позднее, чем через полгода, то есть через 6 месяцев после рождения ребенка. Делается это по месту работы, либо по месту службы одного из родителей, ну, либо через сайт госуслуги или в клиентской службе пенсионного фонда. К этому моменту мы немножко позже вернемся, когда будем смотреть программу и настройки. Еще одно пособие – это по уходу за ребенком до 1,5 лет. Здесь у нас тоже ничего не изменилось, то есть оно выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, ну, то есть сотрудника предприятия, но оно не может быть меньше, чем установленный законодательством минимальный размер оплаты. Напомню, что минимальные размеры оплаты у нас увеличены в этом году, и с 1 февраля это будет 7667 рублей. Ну, если учитывать районные коэффициенты, то сумма может быть выше, вы видите на экране. Еще одна мера поддержки для семей с детьми – это ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Она тоже завязана на среднедушевой доход в семье, и в этом случае должно быть не менее 2 прожиточных минимумов. В этом случае пособие будет равно прожиточному минимуму для детей в вашем регионе на тот второй, в течение того года, когда семья обратилась за выплатой. Новые пособия – это ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет. Опять же, завязано на среднедушевой доход
и выплачивается в случае, если средний душевой доход не превышает прожиточного минимума. Здесь сумма выплаты рассчитывается ступенчато. Обратиться к ней может один из родителей, либо если это усыновитель, либо опекун ребенка. Еще одно новое пособие на деток от 8 до 17 лет. Здесь обратите внимание, его выплачивают неполным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточного минимума. В этом случае размер пособия составит половину прожиточного минимума по вашему региону на ребенка. Еще у нас остался мат-капитал, который тоже с 1 февраля 2022 года увеличен. На текущий момент он составляет 524,5 тысячи рублей. Это если у вас один ребенок, если рождается второй, то добавляется еще 168,6 тысяч рублей. Если раньше у вас не возникало права на материнский капитал, то сейчас он составит 693 100 рублей. Есть еще одна, ну, может быть, менее распространенная мера поддержки. Это 450 тысяч рублей на ипотеку многодетным семьям. То есть в Российской Федерации сейчас действует программа для поддержки многодетных семей, по которым государство выплачивает до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. Право на такую поддержку возникает у семьи, у которых третий или последующие детки родились после 1 января 2019 года. Итак, что нужно сделать перед тем, как мы начинаем работать с пособиями в программе? Ну, первое, это нужно проверить настройки, которые позволяют, ну, активируют как бы возможность работы с пособиями. Мы будем рассматривать программу зарплаты управления персоналом и ERP, обращаю ваше внимание, редакции 2 и 5. ERP редакции 2 и 4 практически функционал одинаковый, но немножко другая компоновка разделов. То есть просто нужно учесть, что одни и те же функции могут быть расположены в разных разделах. Сейчас мы с вами перейдем в конфигурацию зарплаты управления персоналом и потом посмотрим еще ERP. Почему? Потому что функционал у этих конфигураций по зарплате и управлению персоналом одинаковый, но имеется разная компоновка. Вот сейчас мы перешли в зарплату управления персоналом. И, соответственно, для того, чтобы проверить, все ли настройки у нас сделаны, нужно в первую очередь зайти в меню настройки, выбрать организацию, и в этом случае, вот сейчас я пытаюсь переключиться, но что-то у меня немножко подзависла программа. Значит, мы переходим в меню «Организация», «Зарплаты и кадры» и смотрим закладочку «Учетная политика и другие настройки». Вот здесь у нас, когда мы переходим на эту закладочку, мы можем увидеть, что у нас в учетной политике. И здесь у нас есть закладочка «Пособие ФСС», и нужно проставить галочку, что организация это зарегистрирована в регионе с прямой выплатой пособий через ФСС. Немножко пояснений, что ранее было несколько пилотных регионов, где прямые выплаты действовали. Ну, например, вот в Калининградской области прямые выплаты действовали с 2017 года, то есть это был пилотный проект. Сейчас практически прямые выплаты применяются у всех, особенно с учетом того, что в 2022 году больничные листы у нас выпускаются только в электронном формате, и, соответственно, ФСС получает эти сведения напрямую по административному обмену между организациями. Но зайти сюда и проставить флажочек нам необходимо.
Практически абсолютно такой же функционал, только немножко в другой компоновке разделов мы с вами увидим и в ERP. Сейчас я переключаюсь на конфигурацию ERP. Разница здесь заключается в том, что основные настройки включения и выключения разных блоков у нас вынесены в раздел НСИ и администрирование, то есть на нормативно-справочная информация и администрирование. Если мы переключаемся сюда, то здесь у нас есть меню организации. Переходим в любую организацию. И здесь у нас есть информация такая же, абсолютно, как мы смотрели в зарплате и управлении персоналом, только, как видите, немножко в другом месте. То есть у нас есть учетная политика и есть закладка «Зарплата и кадры». И здесь абсолютно такой же интерфейс, закладочка пособия ФСС. И то же самое здесь нужно проставить галочку по поводу прямых выплат. После этого, так, сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Значит, на слайдах вы видите, выведен слайд, как это делается в зарплате и управлении персоналом. Делается это через меню настройки. И тот же самый функционал, вот то, что мы с вами только что посмотрели, это в ERP. Вот, через НСИ заходим в организацию. В организации закладочка «Зарплаты и кадры». Вот то, что мы с вами сейчас посмотрели вживую. Теперь снова перейдем к следующему слайдику. Здесь у нас опять же база ERP. И где мы, собственно, будем работать с пособиями на деток. То есть это рабочее место. В ERP оно вызывается через раздел «Зарплата», и рабочее место называется «Пособие за счет ФСС». Точно такой же функционал есть у нас и в зарплате управления персоналом, только находится он в другом месте, раздел «Отчетность и справки», и вот точно такое же пособие за счет ФСС. Давайте мы посмотрим, это уже на живом примере. Так, а здесь я сейчас не могу посмотреть это напрямую. Придется ограничиться слайдиком. Через отчетность управления, отчетность и справки мы переходим в рабочее место, опять же, пособие за счет ФСС. Абсолютно идентичный функционал. И что мы там можем увидеть? Там уже создаются конкретно документы, которые требуется передать в ФСС. Хочу обратить ваше внимание, что при прямых выплатах пособий из ФСС единовременное пособие при рождении ребенка в программе не регистрируется. То есть выплата происходит напрямую с ФСС, и из программы мы можем сформировать только дополнительную информацию, например, о наличии справок от второго родителя или, и так далее. Значит, работодатели могут для назначения пособия получить запрос из фонда. То есть если в фонде не хватает каких-то сведений, то, соответственно, их нужно заполнить и выслать для фонда дополнительно. Для того, чтобы оформить пособие, необходимо сформировать документ «Сведения для реестра прямых выплат». И после этого сформировать документ «Реестр прямых выплат» для ФСС. Собственно говоря, точно так же это должно делаться и в ERP. Поэтому мы будем смотреть какие-то примеры на примере зарплаты управления персоналом. Ну, в каких-то моментах, где отличается компоновка разделов, мы будем обращаться еще к конфигурации ERP. Для назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. То есть сначала у нас с вами идет декретный отпуск, единовременное пособие по поводу рождения ребенка, и после этого отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Значит, что нам нужно запросить для того, чтобы предоставить ФСС? Ну, во-первых, нужно заявление о назначении пособия, сведения о застрахованном лице и, если требуется, то заявление о замене лет в расчетном периоде. Если у человека заработок в других периодах был выше, чем в текущем. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, что были несколько вопросов по поводу того, что ФСС отказывает в предоставлении пособия. Отказать может по поводу того, что у вас не оформлен отпуск по уходу за ребенком, потому что в нормативных документах указано напрямую, что пособие предоставляется при оформлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. То есть прежде чем отправлять запрос о назначении пособия работнику, нужно оформить отпуск по уходу за ребенком. Остальные сведения ФСС получает напрямую из медицинских учреждений, то есть, соответственно, там, из роддома и так далее. А в какие сроки мы должны подать документы на выплату пособия? Значит, срок установлен 6 месяцев, то есть не позже, чем через 6 месяцев после рождения ребенка, необходимо, чтобы заявление о назначении пособия поступило. При этом тоже хочу обратить ваше внимание, что независимо от даты, когда подано заявление на пособие, пособие будет выплачено за весь период, который может быть, должен быть предоставлен работнику. То есть, если, например, работник ушел в отпуск по уходу за ребенком 1 мая, а заявление о назначении пособия подано, например, 1 августа, то пособие человек получит, начиная с 1 мая, то есть с момента, когда он ушел в отпуск по уходу за ребенком. После подачи заявления в течение 10 календарных дней ФСС должно с вас затребовать, если необходима дополнительная информация, но обычно в этот срок происходит назначение пособия и производится первоначальная выплата. Выплата назначается с момента, точнее не назначается, осуществляется с момента подачи заявления, а вот уже последующие выплаты делаются с 1 по 15 число следующего месяца, то есть пособие за июнь вы получите в июле. Сейчас мы с вами снова переключимся на конфигурацию зарплаты и ERP и посмотрим на примере, ну то есть уже на живом примере, как нам это все оформить и какие тут есть дополнительные моменты. Мы потом снова вернемся сюда, чтобы по слайдику было уже легче сориентироваться, что же мы делали и где мы были. Итак, мы возвращаемся в меню зарплата, например. Это нам не нужно, висит. Так. На примере ERP меню зарплата, пособие за счет ФСС. И здесь, соответственно, мы выбираем, если у вас в базе ведется несколько юридических лиц, мы выбираем ту организацию, которая нам требуется. Пока она подтянется сейчас. Вот. Соответственно, закладочка «Прямые выплаты». Больничный мы не создаем, поскольку у нас уже идет отпуск по уходу за ребенком. Ну, соответственно, создать отпуск можно дополнительно вот здесь. И вот тут реестры сведений у нас отразятся данные, которые... Ну, то есть сам реестр, который нам необходимо отправить. Соответственно, в
Конфигурация зарплаты и управления персоналом у нас то же самое. Такой же есть функционал. Здесь по кнопочке «Создать» мы выбираем, что конкретно мы хотим отправить. Ну вот в данном случае это вот он есть у нас реестр прямых выплат. И есть меню сведения для реестра прямых выплат. То есть, соответственно, когда мы переходим в выбранный раздел, у нас формируется, как в кино, брики превращаются. Так, может быть, здесь уже сработало. Нет, пока. То есть мы попадаем в меню, где вводятся сведения. Давайте пока вернемся обратно к нашим слайдам. То есть сведения для реестра прямых выплат у нас находятся на закладочке «Прилагаемые документы». То есть, соответственно, справка о рождении ребенка, номер и от какого, ну, то есть справка, название документа, от какого числа и ее номер. И обратите внимание, на этой же закладочке внизу справка от другого родителя о неполучении пособия. То есть, соответственно, мы выбираем, либо если это папа подает на пособие, то будет от матери, если мать, то от отца. И то же самое здесь указывается номер справки и от какого числа. Ну, естественно, заполняется и вся остальная информация. Нужно проверить закладочку «Получатель», потому что на этой закладочке, так, сработало, на закладочке «Получатель» у нас должны быть указаны данные о застрахованном лице, ну, соответственно, его документы, статус, нет, не будем, статус документа, то есть что это действующий. Если у вас заполнены правильно справочники на сотрудников, то вот в эти поля, которые имеют красное подчеркивание, естественно, встанет информация из справочника о сотруднике и о физическом лице. А вот вид пособия мы выбираем не по временной трудоспособности, то есть не по больничному листу, а уже, соответственно, либо это у нас пособие по беременности и родам, то есть декретный отпуск, либо это у нас единовременное пособие по рождению ребенка, либо ежемесячное пособие по рождению, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Закладочка «Прилагаемые документы». Так. Не выбрала, извините, давайте я выберу по уходу за ребенком. Вот так вот. Соответственно, в этом случае меняется интерфейс, и программа предлагает перейти сразу на вот эту закладочку, которую, прошу прощения, которую я показывала на слайде. Обязательно указать приказ о предоставлении отпуска, то есть то, о чем я говорила, что если отпуск не предоставлен, то право на получение пособия не возникнет. Вот. И от отца, от матери, то есть предоставление справочек о неполучении пособия. А еще одна тонкость – это способ выплаты пособия. То есть обратите внимание, здесь предоставлен выбор, то есть на карту МИР, на банковский счет, либо почтовым переводом. Но в настоящий момент все пособия выплачиваются по прямым выплатам, выплачиваются на карту МИР. То есть, соответственно, если мы выбираем карту МИР, то нужно задать ее параметры, то есть ее номер и реквизиты для того, чтобы ФСС могла организовать перечисление денег. Закладочка «Расчет пособия» в этом случае нам практически не требуется, потому что, извините, потому что ФСС эти данные уже имеет. Ну, на всякий случай, вот здесь вот мы можем их проверить и заполнить. И закладочка «Сведения для реестра». Мы указываем то, что необходимо для того, чтобы ФСС осуществила это начисление.
мы указываем сведения о ребенке, то есть фамилия, имя, отчество ребенка и дата его рождения. Еще один момент, абсолютно такой же интерфейс есть и в ERP. Здесь еще на что нужно обратить внимание. Ну, я сейчас выберу как у любого сотрудника, который у меня есть в демонстрационной базе, чтобы было видно, что вот так вот сделаем выбрать. Соответственно, при выборе сотрудника у меня заполнятся дополнительно поля, которые были, ну, то, что касается переводов. Обратите внимание, что идентификатор по ФИАС. То есть раньше мы использовали квадровский. Практически, когда начались прямые выплаты, указывается идентификатор по ФИАС, и, соответственно, вам нужно проверить адреса, которые введены у сотрудников. Потому что если в квадровской кодификации, то придет запрос о том, что не проходит. Так, это мы с вами формируем сведения для реестра прямых выплат ФСС. После того, как сведения заполнены, нет, нам не надо сейчас это сохранять. Нет, мы сейчас это закрываем. Это мы уже тоже с вами посмотрели, где у нас находится подтверждение о том, что организация сотрудничает с ФСС по прямым выплатам. Сейчас мы это позакрываем, чтобы лишнее не болталось. И снова вернемся к нашим слайдам. То, что вот мы с вами сейчас посмотрели на живом, так сказать, экране, вот есть еще слайды, которые показывают, что нам нужно заполнить. Теперь еще одна тонкость. Значит, соответственно, зарплата и управление персоналом. Мы выбрали, вот как сейчас смотрели на программе, реестр, сведения для реестра выплат ФСС. Теперь у нас снова вернемся в наши конфигурации, вернемся в ERP. У нас раздел «Зарплата» находится вот здесь. То есть я еще раз напомню, что в разделе НСИ у нас, если можно так сказать, грубые настройки, то, что касается включения и выключения режимов. То есть вот, например, в подразделе «Зарплата» через НСИ в конфигурации ERP мы с вами задаем те условия, которые ставим чекбокс, то есть вот эту вот зеленую галочку, то, что касается конкретно вашего предприятия, что стоит или не стоит делать. А более тонкие настройки у нас находятся в разделе «Зарплата», ну, либо «Кадры», соответственно, если мы какие-то кадровые документы должны изменить. И обратите внимание, что отпуск по уходу за ребенком у нас находится в этом разделе, а в разделе «Зарплата» у нас находится уже рабочее место, пособие за счет ФСС, ну и, соответственно, переписка. В разделе «НСИ и администрирование» у нас находится немножко другой раздел, который мне хотелось вам показать. Это в разделе «Регламентированный учет». У нас есть... Сейчас он откроется. Вот такая возможность, то есть использовать сервисные функции. И если мы хотим, ну, так сказать, в живом формате делать какие-то изменения, то есть, например, проводки нестандартные, еще что-то, то есть вот такая галочка «Ручное изменение проводок». Однако к ней нужно относиться с большой осторожностью, потому что в этом случае вручную можно сделать какие-то некорректные проводки. То есть квалификация работника, который с этим будет иметь дело, должна быть достаточно высокой. Ну, либо, соответственно, регламентированный учет настраивается уже в зависимости. Чаще всего, конечно, это прерогатива либо главного бухгалтера, либо
как сейчас модно говорить, финансовые контролеры или как-то еще называются должности, которые могут имеют права для изменения вот таких настроек. Снова вернемся в меню «Зарплата». И зайдем в меню 1С «Отчетность». То есть это меню, которое, в общем-то, показывает, в каком состоянии у нас обмен с контролирующими органами, с внебюджетными фондами и так далее. Но почему мне хотелось вам показать этот раздел именно в связи с детскими пособиями? Это именно из-за вот такого меню «Личные кабинеты». То есть здесь мы можем настроить функционал для работы программы напрямую с личными кабинетами, например, в налоговой инспекции, в фонде социального страхования. То есть вот в фонде социального страхования, если мы сюда переходим, то нужно посмотреть, что мы регистрируем сразу на портале ФСС свой личный кабинет и можем отслеживать состояние больничных листов, например, тех же декретных, уже напрямую, то есть видеть, принят больничный лист, не принят, требуется какая-то дополнительная информация от предприятия для фонда или все у нас благополучно. Поэтому вот я вам хотела показать именно вот возможность такого перехода, ну и, соответственно, возможность работы с... Сейчас мы вернемся обратно в конфигурацию ERP. Возможность быстрого отслеживания всех документов, которыми вы обмениваетесь с пенсионным фондом. Потому что практически, если такой режим вы не запустили, то документооборот будет обстоять таким образом. Вы отправляете в ФСС какие-то документы, то есть сведения, реестры и так далее. И ждете, пока от ФСС вам придет уже запрос на предоставление недостающей информации или еще какие-то документы. То есть, либо пока сотрудник вам не скажет, что все хорошо, там я получил пособие. То есть, поскольку прямая выплата идет уже сотруднику, а не в организацию, то в программе вы не увидите до момента получения требований статус, ну, скажем так, этого документа. И еще здесь, поскольку мы уже перешли сюда, та же самая история с личным кабинетом налогоплательщика и статистики. Росприроднадзор, ну, то есть, соответственно. Про статистику мы сейчас еще поговорим отдельно и посмотрим. Я объясню, почему. Мы посмотрим еще это по слайдам. То есть у нас в 2022 году отчетность, которую предприятие сдает, ну, соответственно, во внебюджетные фонды и в какие-то дополнительные организации, можно разделить на 4 категории. То есть мы отчитываемся в налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды, то есть на самом деле это пенсионный и соцстрах, в статистику, и подаются иные сведения, если у вас есть какие-то, ну, специфичные, может быть, вы некоммерческая организация, может быть, вы резидент, и тогда еще подается по резидентству отчетность. По заработной плате мы отчитываемся в налоговую по НДФЛ и по страховым взносам, а в пенсионный фонд по персонифицированному учету по численности и стажу работников. Хотелось бы сделать акцент на статистике. Почему? Потому что в этом году у нас появились две, если можно так сказать, ложки дегтя. То есть с 1 июля прошлого года у нас законодательно закреплен перечень
по которым налоговики могут вашу отчетность признать непредоставленной. То есть вы отправляете отчетность в налоговую инспекцию, получаете уведомление, что отчетность принята в обработку, а после этого, причем сроки могут быть разные, зависит от того, что когда вы отправили свою отчетность и когда налоговая приняла ее в обработку, то есть начала камеральную проверку. Вот, соответственно, с момента начала камеральной проверки налоговая может признать, что у вас присутствуют какие-то обстоятельства из списка. В этом случае камеральная проверка приостанавливается, и налоговая вам присылает уведомление об отказе в ее приеме. То есть срок направления уведомления 5 рабочих дней. Дальше обратите внимание, со дня выявления соответствующего основания. То есть фиксированные даты, что, например, вы отправили отчетность, налоговая ее приняла к обработке, и через 5 дней она вам пришлет уведомление, нет. То есть это означает, что уведомление вы получите через 5 дней после того, как налоговики обнаружили у вас какие-то нарушения. Есть список этих нарушений, его можно посмотреть. То есть это у нас в налоговом кодексе основные, скажем так, причины, по которым могут отказать в приеме налоговой, касаются, можно разделить их, так сказать, на два раздела. Первый касается легитимности подписантов, то есть может быть руководитель, например, организации менял паспорт, либо прописку, ну, то есть, либо какие-то изменения в паспорт были внесены, а в сведения, которые имеются в ЕГРЮ, эти изменения не прошли. То есть, либо вы не подали, либо не попали по каким-то другим основаниям. Но, собственно говоря, основной лейтмотив – это расхождение в живом паспорте и сведениях, которые имеются в ЕГРЮ. К этому может относиться, например, если руководитель дисквалифицирован, и на момент подписания документа срок дисквалификации еще не прекратился. Если у него изменены какие-то, ну, то есть получен запрет на занимание должности или еще что-то, или указаны паспортные данные умершего лица, достаточно, как оказалось, это достаточно распространенное сегодня основание. Либо, что более печально, это были представлены сведения, например, по персонифицированному учету, в которых нарушены контрольные соотношения. Обычно нарушение контрольных соотношений – это начисление взносов по персонажам, то есть по конкретным физическим лицам, и общие данные в РСВ. То есть это могут быть отклонения за счет округлений, когда идет достаточно большой список сотрудников. То есть это тоже будет являться основанием для отказа в приеме отчетности. То есть больше всего в этом плане, конечно, в зоне риска окажется РСВ. То есть эти поправки фактически обозначают возможность аннулирования сдачи отчетности и, соответственно, начисления всех причитающихся штрафных санкций. То есть нужно очень внимательно отслеживать порядок сдачи отчетности. Еще один неприятный момент, который, в общем-то, касается статистики, я уже про это несколько раз сказала, и связано это с тем, что в 2022 году у нас уже начали применяться штрафы за несдачу или несвоевременное предоставление отчетности в Росстат. Причем штрафы достаточно крупные. То есть если вы нарушили сроки предоставления статистической информации, то штрафы будут до 70 тысяч рублей, если это первый случай. А если, так сказать, рецидив, то до 150 рублей.
извините, до 150 тысяч рублей, в случае, если это повторное нарушение. Поэтому по сотрудникам, то есть то, что вы сдаете по физическим лицам, нужно проверять на сайте Росстата, то есть какая отчетность вами должна быть сдана. И, соответственно, ну вот на экране вы видите наиболее распространенную отчетность, которую большинство предприятий подает. И, соответственно, сроки, когда вы должны ее представить. То есть проверьте на всякий случай по сайту статистики, какие отчеты именно ваше предприятие должно сдавать, в какие сроки и все ли у вас в порядке в этом плане. И в зарплате, и в управлении, и в зарплате, и в ERP статистическая отчетность присутствует. То есть не надо ничего, как раньше, там бежать, брать форму новую и так далее. И можно совершенно спокойно из конфигурации сдавать отчеты по заработной плате, по сотрудникам и в статистику, и в ФСС, ну то есть в любые бюджетные, небюджетные контролирующие органы. Если мы с вами перейдем еще раз в ERP и посмотрим, что у нас есть по поводу отчетности, то есть вот у нас с вами 1С отчетность, почему я на ней делаю акцент, для того, чтобы было понятно, что есть сейчас, действует дополнительная разработка, она называется 1С отчетность. То есть это вот мы с вами посмотрели, как можно воспользоваться личными кабинетами, то есть зарегистрировать туда там свою организацию, получать максимально быстро и полно информацию, которая там есть. Сами по себе регламентированные отчеты, то есть вот эта доработка 1С отчетность, это исключение из документа оборота звена по обмену с оператором. То есть, например, СПИС, Астрал. Ну, то есть вот операторов по сдаче отчетности в этом случае из самой конфигурации отчетность напрямую выгружается либо в налоговые органы, либо во внебюджетные фонды. То есть минуя звено, когда мы файлик загружаем в систему оператора, и уже оператор осуществляет отправку в налоговую инспекцию или, например, там пенсионный фонд или еще куда-то. Интерфейс абсолютно похожий на все другие конфигурации. То есть здесь мы смотрим, какая отчетность. У нее есть статус. То есть, например, в работе это значит, она выгружена и принята для обработки в налоговой инспекции. Ну, там бухгалтерская отчетность и так далее. То же самое по прослеживаемости, ну, то есть по всем разделам. И еще один очень удобный вариант, что прямо из этого раздела, кроме личных кабинетов, мы с вами можем обмениваться письмами и уведомлениями. То есть сюда же могут напрямую приходить уведомления из налоговых инспекций, из фондов. Отсюда же мы можем направлять письма, и отсюда же мы можем получать сверки с бюджетом. И точно так же получать выписки из ЕГРЮ, чтобы проверить, соответствует, например, запись в ЕГРЮ тому, что у нас есть в программе. Потому что, может быть, в ЕГРЮ изменения внесли, а в программу не успели, не знаю, то есть это можно проверить. То, что касается зарплаты и начисления всяких пособий, то есть у нас и в управлении зарплатой, в управлении персоналом, и в ERP. Здесь есть одинаковые тоже по функциональности отчеты, ну то есть по заработной плате, по выплатам. И есть сервис кабинет 1С, сервис 1С, кабинет сотрудника. В этом случае сотруднику может быть предоставлен доступ, он может все свои данные смотреть в кабинете сотрудника. Еще раз хочу вернуться в рабочее место пособия за счет ФСС и показать, что, например,
Если я, как обычно бывает у бухгалтеров, что какое-то появилось предприятие, я не успеваю просмотреть его настройки, то это можно делать из любого меню, где есть вот такое окно, то есть вот эта пиктограммка позволяет открыть справочник, и мы попадаем с вами туда, где смотрели в начале встречи, проверить, стоит у меня здесь флажок, либо не стоит, такие, как надо, страховые взносы или не такие, как надо, может быть, у нас какие-то тарифы индивидуальные и так далее. А вот в зарплате и управлении персоналом есть еще один интересный момент. То есть так, настройки. Нет, не вижу. Здесь мы можем корректировать данные, если это необходимо. То есть, например, если у вас действует какой-то зарплатный проект с пониженными взносами, то есть, например, предприятие является резидентом и, соответственно, применяет льготные ставки по отчетности, в этом случае можно, естественно, тоже эти изменить ставки налогов. В ERP такой возможности у нас нету, а вот в зарплате и управлении персоналом такая возможность у нас присутствует. Так вот сделаем. Соответственно, это у нас есть меню настройки, и вот у нас есть редактирование законодательных значений. В этом меню мы можем с вами посмотреть или изменить какие-то данные. Если, например, ну, тарифы страховых взносов, то есть у нас указаны законодательно закрепленные общие тарифы. Но если у вас предприятие имеет какие-то индивидуальные тарифы, то есть, например, вы там IT-компания, для которой установлены пониженные взносы, или, как я уже говорила, резиденты, то, соответственно, здесь можно добавить или посмотреть изменения, какие были касательно указанных тарифов. И кроме этого, вот есть раздел «Государственные пособия». Еще раз напомню, это у нас меню «Настройка» и под меню «Государственные пособия». То есть здесь у нас указаны действующие на данный момент тарифы. Естественно, нужно обращать внимание на то, какая у вас, какой релиз конфигурации, чтобы данные были актуальны. Потому что в этом году было достаточно много изменений, то есть менялся и МРОТ, и, соответственно, от МРОТа были изменены пособия. Ну, то есть нужно проверить актуальность данных. По поводу релиза, это я сейчас вам покажу на примере ERP, чтобы было понятно, что мы с вами смотрели, что мы в этом, на этой встрече делали, то есть вот такая пиктограммка, меню сведения о программе, и мы смотрим релиз. То есть мы смотрели с вами сегодня ERP на примере 2.5.8. Еще раз делаю акцент на том, что начиная с релиза 2.5.7 достаточно сильно изменился интерфейс, точнее функциональность осталась та же самая, но интерфейс, компоновка разделов были изменены. Ну и плюс было достаточно много других изменений, которые, в принципе, нужно учитывать. Еще один момент – это вот НСИ и администрирование. В ERP у нас нету корректировки, как в зарплате и кадры, то есть у нас нету вот этой корректировки. Мы не можем ее посмотреть, то есть корректировка редактирования законодательных значений. В остальном практически, что в этой конфигурации, что в ERP, функционал блока и кадры, и зарплата абсолютно одинаковые. Поэтому мы можем, соответственно,
ну, скажем так, уделить внимание больше на одной конфигурации, показать меньше на другой. Почему? Потому что в ERP именно настройка немножко более сложная, то есть ступенчатая. То есть мы сначала попадаем в раздел НСИ и администрирование, а уже потом настройки разделов. Здесь у нас сразу есть разделы. И хочу обратить внимание, что в зарплате, что в ERP, то есть у нас более тонкие настройки, как я уже говорила. Это я снова переключаюсь в ERP. Выделены, допустим, зарплата. Кроме того, что есть настройки, которые идут через НСИ администрирование, у нас есть в каждом разделе еще вот такой раздел настройки и справочники. То есть обязательно перед составлением отчетности вам нужно, ну, либо обратить внимание, либо проверить, все ли здесь соответствует вашей действительности, то есть все ли начисления учтены, удержания, которые в вашей компании действуют. Ну, то есть все вот эти вот вещи. Еще один момент, что раньше можно было перечислять пособия, которые мы на деток назначаем в рамках зарплатного проекта. А сейчас у нас идут только прямые выплаты и только электронные больничные листы, но это касается декретных отпусков. Точно так же, как и в ЗУПе, у нас есть тарифы страховых взносов, то есть они находятся вот в этом меню. И здесь, в принципе, можно внести тоже дополнительную информацию, но находится она совершенно в другом разделе, вынесена по-другому. И вот здесь уже лучше не редактировать, потому что в других настройках здесь задается очень подробно и территориальные коэффициенты, и проставляется флажок, то есть является ваше предприятие резидентом или не является, то есть имеет ли право на применение пониженных тарифов и так далее. И точно так же, как каждый раздел имеет подраздел настройки и справочники, также имеется раздел, куда вынесены отчеты. То есть практически все отчеты, которые есть и в одной, и в другой конфигурации, они одинаковые, ну и плюс к этому, естественно, можно сконструировать свой вариант отчета, если у вас там какие-то, ну, если, например, руководителю нужны какие-то более определенные данные. И в ERP очень важно обращать внимание еще на то, что вы правильно задали оргструктуру вашего предприятия. То есть, если у вас есть обособленные подразделения, по которым вы должны сдавать отчетность по сотрудникам в другие налоговые инспекции, нужно обратить внимание, чтобы в справочнике организации были составлены такие документы. Вот. Ну, собственно, наверное, это основные моменты, которые хотелось рассказать по детским пособиям. То есть вот обычные, привычные наши отчеты, которые есть во всех конфигурациях и в бухгалтерии, и в зарплате, и в ERP, то есть полный свод, расчетные листки, табеля и так далее. И обратите внимание, по НДФЛ, то есть у нас с этого года действует новая форма отчетности по НДФЛ, то есть мы сдаем раз в году отчетность, и 6 НДФЛ, к ним прикладываются справки 2 НДФЛ. Соответственно, есть вот такая вот возможность проверить соответствие разделов, не допущена ли где-то ошибка. Проверка расчета взносов. Очень удобный, кстати, режим. То есть позволяет избежать ошибок, из-за которых налоговая может признать вашу отчетность не предоставленной. Ну и вот отчетность по реестрам пособий за счет ФСС. То есть то, что вы должны составить и передать в фонд. Ну, в общем-то, вот на этом разрешите нашу встречу закончить. Я хочу еще раз вернуться на титульный лист, чтобы показать вам
наши контакты. То есть мы будем очень рады получить от вас любые вопросы, пояснить какие-то, возможно, запросы на доработки. Если мы получаем от вас письменный вопрос, то в этом случае мы можем ответить гораздо подробнее, потому что это уже будет, во-первых, адресный ответ, то есть касательно именно вашей ситуации. Ну и во-вторых, мы будем не лимитированы по времени, то есть мы можем ответить более подробно и оказать консультацию, любую помощь методическую и техническую, так сказать. Так что будем рады и приглашаем вас к сотрудничеству. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.